Чтобы придать пятым пиратам Карибского моря неординарность и свежесть, мы привлекли новых режиссеров. Хоаким и Эспен, к слову, оба номинанты на «Оскар», сумели вдохнуть в них новую жизнь. Новые персонажи привносят иной колорит и объем в эту одну из самых ярких франшиз всех времен. Мы восприняли новость о съемках новых пиратов просто с восторгом. Нам хотелось сделать фильм динамичным, смешным, страшным, эмоциональным, насыщенным экшн-сценами. Звучит мотор, и здание взлетает на воздух. Снимаем с одного дубля. Мотор! Тысячи статистов, масштабные декорации, локации просто невероятной красоты. Сплошной адреналин. Здесь что ни день, то приключение. Такого уровня работоспособности, подъема я в жизни не испытывал. Тут и масштабность съемок, и уже ставшие каноническими персонажи, корабли, реалии. Ощущение некой магии на съемочной площадке. При их мастерстве, дотошности, так легко отрешиться и ощутить себя в другом мире. Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки.